тебе сказал, а ну-ка пень. Пал, чё я тебе сказал, а ну-ка пень. Пал, чё я тебе сказал, а ну-ка пень. Пал, чё я тебе сказал, а ну-ка пень. Уважаемые мужчины, не вставайте ногами на унитаз. Есть много других способов быть на высоте. M&M's тает во рту, а не в ж... Козметика. Косметика для коз. Губная помада для коз. Тушь, тени. Представьте себе вообще накрашенную козу. Идеально. Натяжные потолки и осветительные светильники. Господи, осветительные светильники? Интересно, а есть не осветительные светильники, а темнительные светильники? А темнильники? Мужская кожа. Прям так сразу? С мужика, что ли, срезанная? Как понять, мужская, блин, кожа? Заберем лишнее? А, ну вот теперь понятно, что такое мужская кожа. Очевидно, это их филиал. Вон там как раз сумка из кожи, из живота. Хоть бы побрили бы. Уважаемые студенты, в последнее время участились случаи приставания девушек молодым мужчинам в туалетах. Будьте бдительны, не посещайте туалеты в одиночку. Хотите внука? Купите детям квартиру. Пал, чё я тебе сказал? А ну-ка пень. 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 Всего-то за 15 миллионов рублей в Москве. Подумаешь, какие там проблемы-то. Отопись-ка. Просто отопись-ка. Блин, хочу это слово еще раз повторить. Отопись-ка. Оно смешно звучит. Всего-то за 15 миллионов рублей в Москве. Подумаешь, какие там проблемы-то. Отопись-ка. Просто отопись-ка. Блин, хочу это слово еще раз повторить. Отопись-ка. Оно смешно звучит. Пал, чё я тебе сказал? А ну-ка пень. Пал, чё я тебе сказал? А ну-ка пень. Пал, чё я тебе... Пал, чё я тебе...